И в заключение головокружительные кадры, история о невероятном везении. В сети набирает популярность видео группы парашютистов. Казалось бы, обыкновенный прыжок, свободный полет, никаких трюков. Пока в объектив видеокамеры не попадает самолет. Набирая высоту, он проносится прямо под скайдайверами. От столкновения их отделяет буквально мгновение. Экстремалы даже не успели испугаться. Похоже, просто не поняли, как им повезло.